тысячи лайков. Азам, здорово. Здорово всем, друзья мои, всех приветствую, я вернулся. Блин, как я соскучился по этой атмосфере. Вы просто не представляете, по стримам, по этой атмосфере я пипец как скучал, друзья мои. Отвечаю. Честно скажу, я с больницы выписался по своей инициативе, потому что я должен был лежать еще дней 3-4 как минимум я должен был лежать в больнице, но я решил выйти, потому что и вы меня ждете, и я устал в больнице лежать, надо делать контент, время проходит, аудитория ждет, из-за вас, из-за вот этой ситуации я решил письменно сам написать и выйти из больницы, и до конца не вылечился, дома лечусь, надеюсь, все пройдет. У меня была корона, у меня была двухсторонняя пневмония, это очень серьезная вещь, люди могут от этого даже умирают, но, к счастью, выздоровел, дочка болела коронавирусом, вся семья болела коронавирусом, и благодаря Всевышнему мы излечились, альхамдулилля, все нормально. Не беспокойтесь, сейчас будем делать стримы, все будет круто, буду радовать вас каждый день стримами. Наконец-то, куда через два дня суд, что скажешь? Ну, я думаю, ничего страшного не будет, надеюсь. Нашу игру не закроют, мы продолжим. Чат, теперь хотел бы узнать у вас, как часто попадаются вам читеры. Мне очень многие в последнее время очень многие жалуются и говорят, что... Читеров стало очень много, прям очень много, почти каждую катку появляется какой-то читер, друзья мои, вот мне прям говорят, вот Азам типа, вот читер, очень много читеров, будем банить, будем смотреть, сегодня может быть кто-то из них попадется, друзья мои, 3200 лайков, окей, давайте крутим дальше, блин, пока что мне вообще не везет с этим инкубатором. О, отлично, один камень есть. Ну, блин, мне чертежи нужны, я хотел бы вот это. Блин, а какой из них самый крутой? Давайте посмотрим, какие у нас есть. Тут у нас урон, бронебойность, скорострельность, дальность. Мне кажется, вот это будет круто. Но перезарядка минус. Тут у нас точность, бронебойность, точность и дальность. Урон и бронебойность. Это более на турнирного игрока. Скорость. Что означает скорость? Скорость это типа, я медленно бегу или что? Это что означает скорость, друзья мои? Ладно, давайте дальше открываем. Не знаю, получится у меня выбить его или нет. Типа, медленно бегу. Опа, оп, о-о-о-о! Это мне нравится, друзья мои, это нравится. Что-то мало, у меня бесплатные купоны, мне кажется, из-за этого и не выпадает. У меня 150 бесплатных купонов. Отлично, еще один чертеж, изи. Давайте риска. О, вот это, блин, мне нравится, друзья мои, мне нравится пока что. Бесплатно все выпадает мне, потому что у меня купонов очень много. И если у меня сейчас выпадет бесплатно, это будет вообще... Ой-ой-ой-ой. Ну давай чертеж. Один чертеж. Ну по-братски, чисто по-братски. О-хо-хо! Походу я его выбил. Ассаламу алейкум. Мой аккаунт забанили, помоги разбанить. К сожалению, абу с этим я не сталкивался и не умею этим заниматься. Три нужны? А, все уже, я могу, отлично, давайте возьмем самую топовую вариацию ее. Ладно, взяли, давайте попробуем еще выбить, друзья мои, давайте наберем 3500 лайков. Давайте 3500 лайков, я постараюсь, давайте, короче, друзья мои, если мы сейчас начнем лайки эффективнее ставить, я попытаюсь весь инкубатор прямо на стриме просто забрать, просто весь инкубатор, потрачу все, что у меня есть, чтобы забрать весь инкубатор. Давайте 3500 лайков, давайте добьем. Отлично, еще один жетон, изи. О-хо-хо, ну, не, ну, но, ну, это, блин, два еще, ой-ой-ой-ой-ой, уа-ха-ха-ха, это что такое, ну, мне это нравится, ой, мне нравится, ну, это мне конкретно нравится, ну, это жестко, друзья мои, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь, скоро на канале 2 миллиона подписчиков, охренеть. Это мне очень нравится, друзья мои. Блин, что-то везение пропало. Ассаламу алейкум, оно изучает. Как дела? Нормально, все отлично. Через 7 месяцев я побывал на битве ютуберов. Как туда попасть? А кто сказал, что через 7 месяцев будет какие-то битвы ютуберов? Не знаю. Давай, еще один, еще. Подожди, я могу... Оп! Не, братва, ну это читы, друзья мои. Ну это читы. Еще одну у меня. Еще одну грозу забираем. Изи, еще одну. У нас остается две грозы. Мы должны их забрать. А подождите, я эту могу забрать. Ой-ой-ой, одна гроза остается, друзья мои. У нас остается одна гроза. Нам нужно два чертежа и четыре вот этих камней эволюции. Давайте попробуем, друзья мои, выбить.
Давайте. Давайте по старинке. Я твой рот на твоей стене топтал. И мать работает, друзья мои. Олды есть? Олды плюс чат. Олды. Пацаны, давайте наберем 4000 человеков. Олды есть? Олды есть, друзья мои? Кто помнит мою легендарную фразу? Кто помнит? Я твой рот на твоей спине топтал. И мать просто работает, друзья мои. Просто работает. Просто работает, друзья мои. Что ты творишь? Дай мне камни. Не нужны мне чертежи, братан. Камни, камни дай. Ради бога, дай камни. Отлично, спасибо большое тебе, Гарена. Давай еще один камень. Ну, давай еще один. Ну, по-братски, там чисто по-братски. Давай еще один. Ну, черт с ним, да. Ни тебе, ни мне. По-братски, жесть чисто. Ни тебе, ни мне. Ладно, давай мне тогда, если не тебе. Отлично, все, спасибо. Охренеть. Короче, у меня было 22 тысячи. Получается, я потратил 5 тысяч алмазов, выбил весь инкубатор. За 5 тысяч алмазов. За 5 тысяч алмазов весь инкубатор выбил. Изи. 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 Я потратил 5 тысяч алмазов, друзья, выбил весь инкубатор. Короче, у меня была на скорости. Да, давайте вот этот посмотрим и поставим. Давайте вот этот поставим пока что. Давайте, пацаны, есть у нас кто...